Добрый день, друзья! Сейчас я вам покажу, как пользоваться программой, которая называется «Сборщик данных ВК». Эта программа нужна для того, чтобы вы максимально сэкономили свое личное время при поиске контактных данных вашей целевой аудитории. Итак, после того, как вы установили и распаковали эту программу, запускаем. При запуске программа вас просит авторизоваться. Активируем поле «Авторизация». В появившемся окне вы должны внести свои данные. Как вы поняли уже из названия, сборщик работает через социальную сеть ВКонтакте. Соответственно, сюда мы вносим данные, которые вы указывали при регистрации ВКонтакте. В моем случае это будет номер телефона и пароль. У вас это может быть электронная почта и пароль. Между электронной почтой, либо телефоном и паролем не должно быть пробелов. Должны стоять точка с запятой. Вносим данные, нажимаем ОК. Далее мы с вами должны выбрать, что будет эта программа собирать ВКонтакте. В моем случае я выбираю координаты Skype, потому что у нас установлены рассылщики и боты, которые работают именно со Skype. Вы можете выбрать другую категорию. Далее нам нужно указать группу для сбора. Что это такое? Переходим в социальную сеть ВКонтакте для того, чтобы выбрать группы, по которым мы будем собирать всю информацию. В поле «Поиск» мы должны ввести название определенного сообщества, которое нам подходит по всем параметрам. Это могут быть любые MLM-компании. Например, введем такое название, как «Platin Coin». Просим показать все результаты. Переходим в сообщество «Показать все». Вот у нас с вами открылся список групп, которые занимаются продвижением компании Platin Coin. Далее мы с вами выбираем группу, в которой мы будем собирать данные. Возьмем, допустим, эту. Переходим сюда. Следующее наше действие – мы должны скопировать название этой группы. Но обратите внимание, мы копируем не то название, которое указано у вас в адресной строке, а только его последнюю часть, то, что находится после слэша, vk.com/, а далее название. Вот это название мы с вами забираем. Вставляем его в нашу программу, группу для сбора, и далее нажимаем «Старт». Вы видите, что программа авторизовалась ВКонтакте. Найдено 6286 участников. Проверяем правильно. Далее программа парсит, ищет контакты Skype среди этих участников и уведомляет нас, что задание выполнено. После того, как задание выполнено, нажимаем «Стоп». Обязательно закрываем программу для того, чтобы вас не забанили. Если вы хотите продолжить парсить, искать какие-то другие контакты, программу нужно будет запустить заново. Далее мы с вами переходим в папку, в которой была установлена программа, и видим, здесь у нас появилась папочка новая, которая ранее не была и которая как раз и содержит те контакты, которые мы нашли. Мы с вами видим, что программа собрала максимальное количество адресов Skype, аккаунтов Skype. Вы их можете использовать, конечно, по своему усмотрению, либо с помощью личной рассылки сообщений, либо каких-либо ботов. Обратите внимание, что мы искали, парсили данные контакты в группе ВКонтакте Platin Coin. Это MLM-компания. Соответственно, те люди, скайп которых мы сейчас с вами получили, они уже занимаются в интернет-бизнесе. Они развиваются в интернет-бизнесе, и они априори готовы с вами общаться. Обычный человек, который просто зашел в социальную сеть ради развлечения, скайп-контакт указывать не будет. Я надеюсь, что это была полезная информация для вас. Желаю вам успеха, всего доброго, до свидания.